ребята, всем привет! Мы сейчас едем в Минск на супер-мега-крутой тренинг нашего проекта «Хочу туда». Вот это все наши девочки. Олечка Ковалевская, Леночка, Надюша, две Оли. Короче, что-то нас ждет сегодня очень-мега-грандиозное. Мы встретим много наших друзей, много наших партнеров, наших драгоценных директоров. Ну и, конечно же, смотрите прямые трансляции. Будет мега-мега круто. Наша команда «Новый поток публики». Да, это видео. Итак, всем привет! Мы приехали в Минск на форум. Сейчас мы едем в гостиницу «Виктория» обучаться, мотивироваться. Ну, получать новые знания. Девчонки, что мы едем получать? Получать новые знания, получать мотивацию для дальнейшего роста, для саморазвития и успеха нашего... Нашего бизнеса. Давайте будем идти, а то мы что-то стали. Давайте. Посмотрите, какая прекрасная погода сегодня. Сейчас я вам покажу. Наш красивый город. Все, мы спускаемся. Станция метро «Молодежная». А сегодня фонтана нету. Гостиница «Виктория». Здесь у нас будет очень интересное мероприятие. Стартует проект «Хочу туда». И мы будем в этом бизнес-центре заниматься целый день. Будет нас более чем 350 человек. Нам надо куда-то пройти. Все, мы в гостинице «Виктория». Сейчас народ подходит. Наши девочки сейчас кто фотографируется. Кто по телефону говорит? Лева, вот идешь здесь слева. Ну все, мы в бизнес-центре гостиницы «Виктория». Зал уже начинает заполняться. И скоро начинается наш мега-крутой тренинг. Первый тренинг нашего проекта совместного. Нашего руководства «Фоберлик Эрвей», директорского корпуса «Хочу туда». Как добрались? Отлично. Отлично. Мало настроение хорошее. Супер. Сегодня будет круто, девчонки. Хотим туда. Даже можно вместе. Это все наши девчонки. Вот мы наконец собрались. Нас тут много девчонки. Класс. Ну, где-то тут я немножко. Уважаемые настоящие и будущие лидеры компании «Фоберлик». Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами очень важный день. Я бы сказала, впервые стартует такой масштабный обучающий проект на территории Беларуси. Очень важно,
что такое огромное количество людей включилось именно в старт. Более 350 человек в этом зале. Мы меняли даже на этой неделе зал, если кто не знает. Мы трижды меняли зал. И огромное количество человек, которые осталось еще за кадром, которые по каким-то причинам не смогли сегодня приехать и будут с вами участвовать в этом проекте и начнут наш старт по видеозаписи, которая сегодня ведется. Я уверена, что сегодня все, кто в этом зале ярко стартует, точно так же дойдет до не менее, а я бы сказала, еще более яркого финиша. Вы согласны? Нет, уважаемые друзья. Это, наверное, были настоящие лидеры, они поклопали, а будущие еще не знают, как нужно клопать. Вы согласны, что вы дойдете до финиша? Вот так аплодируют. Я обращаюсь с огромной благодарностью к нашему драгоценному клубу директоров, которые приняли полгода назад этот проект, доработали его, потому что параллельно обучающие проекты идут в разных странах сейчас. В России стартовал около года, наверное, назад Faberlic Pro. В Азербайджане, в Кыргызстане также с поездками есть обучающие проекты. Но мы учли все положительные моменты. Мы учли все минусы, какие могут возникнуть. И доработали. Поэтому я благодарю вас, драгоценные директора, которые активно принимали участие в разработке этого проекта. Элитный директор Наталья Жук, элитный директор Наталья Криницкая, рубиновый директор Оксана Богданович, которая сегодня с вами активно работает, золотой директор Юрий Антипкин, бриллиантовый директор Андрей Галина Лапа. Аплодисменты, друзья! Помните, что всегда есть длинная дистанция. Сейчас проходил чемпионат мира по футболу. Проходит все мы, наверное, даже те, которые далеки от футбола, будут в воскресенье болеть. Все смотрят Олимпиаду. И помните, всегда вот это так жалко этих спортсменов, которые вдруг сошли, не смогли, не открыли второе дыхание, третье дыхание. И потом с таким видом удручающим смотрят на тех, кто все-таки на финише. И думают, естественно, у каждого возникает такая мысль, но почему я не смог? Ведь во всех были совершенно одинаковые условия. Совершенно с одинакового старта все начинали. Но почему я не смог? Поэтому, когда в течение этой длинной дистанции у вас будет возникать такая мысль, гоните ее прочь. Никоим образом не давайте ей развиться в своих головах. Вы точно сможете, я знаю. Раз вы уже сегодня здесь, вы точно дойдете до своих целей. А цели у вас прекрасные, ребята. Вы такие цели написали в чате, я со всеми ознакомилась. Просто вот сейчас даже говорю до мурашек. Я знаю, что все вы выполните эту цель. Кто хочет достигнуть директора, кто хочет стать золотым директором. И, конечно же, мы все полетим на Боинге в Египет! Сегодня из драгоценного клуба директоров «Золотой директор» Любовь Коваленко выслала утром нам всем, не может по состоянию здоровья присутствовать здесь. И такие слова, которые я бы хотела выразить. Вчерашний день – это история. Завтрашний день – это тайна. А сегодня это дар. Принимайте сегодняшний день в дар, все впитывайте, и у вас все получится. Ну и как сказал Гагарин, ну что, поехали? Мы начинаем! Всем доброго дня! Так, пожалуйста, мою презентацию. Неделю там, другую неделю там, чтобы мозг не привыкал, что он стоит на одном месте, что его нужно автоматически к нему тянуться. Вот это называется, когда вы хотите взять на себя ответственность и полностью контролировать свою жизнь. Когда вы хотите жить так, как вы хотите. Поэтому, если вы собираетесь стать экспертом в выбранной области, если вы собираетесь стать профи, я очень вам рекомендую эту книгу и также рекомендую книгу «Как стать номер один Игорь Ман в своем деле».
Очень часто мы сравниваем себя не с теми людьми, мы сравниваем себя с кем-то другим. Всегда необходимо сравнивать себя с собой и становиться лучшей версией себя. Тоже замечательная книга «Как найти себя, как поверить в себя», так и называется «Стань лучшей версией себя». И становиться, развиваться каждый день чуть-чуть лучше себя. Следующий секрет успеха – это то, что нужно перестать себя жалеть. Ох, как мы любим себя жалеть! Ох, как мы любим оправдывать свою лень, свое бездействие! И вы должны понимать, что вот существует такой клуб «Жизнь вокруг ужасна». Если вы хотите достигнуть успеха, вы должны с него выйти. На любой работе всегда обсуждают политику, государство, начальника, все плохо. Пообщайтесь с людьми. Очень редко кто будет говорить: я доволен своей жизнью. Вот я могу вам сказать открыто: я доволен своей жизнью, я живу так, как я хочу, я еще не достигла всех своих целей, моя еще жизнь не такая совершенная, как бы мне хотелось, но она у меня очень интересная, мне нету ни минуты покоя, мне это нравится. Вот. Поэтому вы должны понимать, что если вы жалуетесь, если вы себе говорите: я не могу, у меня не получится, вы забираете у себя энергию, вы сразу себя блокируете. Еще раз повторю то, что я говорила вначале. В каждом из вас, абсолютно в каждом, есть эти силы. Те, у кого этих сил нету, они сейчас сидят дома. Они уже придумали оправдание, они дома, почему они не могут. Если вы здесь, значит, вы сильные. Но вам надо понять, почему вы вот этот потенциал не используете. Но согласитесь, все в жизни – это ваш выбор. Вы выбираете, за кого выйти замуж, на ком жениться. Вы выбираете, в какой университет вам поступить. Это кажется обстоятельством. На самом деле это выбор. Следующее. Чуть-чуть, друзья. Я вижу, настроение замечательное, эмоции прут. Да, кстати, вот ролик, который вы только что видели, он буквально вчера получен. Наташа сейчас как раз в Египте и показала вам, да, что вас ждет в будущем. Дальше. Запишите этого человека. Вам пока. Тех, кто показывал, сам можно посмотреть его. Я покажу просто, что на самом деле вы показывали, да? Сценка называется «Надуй шарик». А что в конце было, я уже не понял. А я поняла. Показывали сценку для тех, кто вот показывал, да? А все шариком гуляем. Шарик отпускаем, он летит, а мы за ним бегаем. С
Всем спасибо, кто выступал. Отдохнули немножко. Супер. У нас на самом деле сегодня будет плотный график. Я не буду много рассказывать тех вещей. Я не говорю уже через полгода. Поэтому мы с вами сегодня будем говорить о конкретных вещах, которые вы должны использовать по своему роду деятельности. Мы поговорим о планировании. Поднимите руки в зал тот, кто уделяет планированию хоть какое-то количество времени в каталог. Молодцы. Вопрос остается в другом. Насколько это планирование правильное? Очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда люди планируют свою деятельность. Каталог заканчивается, объем либо был на месте, либо упал. Но человек стремительно целый каталог делал какие-то действия. Бывает ли у вас такое, что вы целый день делаете какие-то действия, а результата нет? Поднимите руки. Я сегодня работаю с вами. Вы приехали сегодня сюда, чтобы выйти другими людьми. Чтобы добиться своих целей. Правильно? Поэтому давайте будем активны. Вот мы об этом поговорим. Как делать так, чтобы ваш рабочий день был с результатом. О чем сегодня пойдет разговор? Мы разберем, какие вещи нужны для планирования. Во-первых, планирование – это функция управления. И вы видите основные критерии постановки планирования. Поднимите руки, кто сегодня уже записал свою цель – стать директором и попасть в компанию в Египет. Выше руки, не стесняемся. Поднимите руки, у кого есть ежедневник. Нет, ежедневник тоже поднимите. Подняли ежедневник? Супер, молодцы. Я проверять не буду. Теперь давайте сделаем следующий момент. Я хочу, чтобы вы сейчас повернулись друг к другу, слева, справа, и сказали, что я попаду в Египет. Я стану директором. Я попаду в Египет, да. Я попаду в Египет. Ваша Лига. Ты попадешь в Египет. Я попаду в Египет. Попадешь в Египет. Я стану директором. Отлично. Озвучили? Поставили цель? Вы поставили цель? Да! Вы поставили цель? Да! А вы поставили цель? Да! А теперь дружно. Мы вместе добьемся. Мы вместе! Добьемся! Это ваша цель. Вы сейчас сказали всему залу. Вы сказали себе. Вы видели эмоции Наташи в Египте? Знаете, я немножечко сделаю такое небольшое отступление и приведу пример. 8-9 лет назад я пришел в этот бизнес. И когда я пришел в этот бизнес, была классная акция. Стань директором, вырасти одного директора и попадешь с компанией в Турцию. Я пришел в ноябре, оставалось 1.5 месяца. То есть в конце декабря акция заканчивалась. Я приложил все усилия, и в декабре мой объем продаж на второй месяц работы был более 5500 баллов. В структуре был кандидат директора, и я был директором. Чему я это веду? К тому, что сегодня вы сами решаете, готовы ли к этому идти. Потому что на вашем пути будут встречаться разные преграды. И вы прекрасно это знаете. У кого бывают такие моменты, когда вот наступает день, и по поводу работы с рекомендациями. Вот, знаете, очень важный момент, чтобы вы могли понимать, что в нашем с вами бизнесе играем важную роль именно мы. То, как мы управляем своим временем. Вот, я, как я уже сказал, у нас есть какое-то количество времени в день. Часть времени, процентов 30-40, мы уделяем работе со структурой. Процентов 5-10 мы уделяем обучению, своему развитию. И процентов 50-60 мы уделяем поиску новых бизнес-консультантов. Новых бизнес-партнеров. Итак, давайте разберем методы по порядку, которые я считаю, повторю, я считаю. У вас может быть мнение другим. Те, которые самые эффективные. Кто пробовал работать по такому классному методу, как рекомендации? Поднимите руки выше. Выше, повыше, выше, выше. Круто. Можете сказать, вот тот, кто, вот вы, девушка, какой у вас был результат? Работаете ли вы дальше и почему? Я
Если мы работаем, то почему? У нас там есть фитнес. Кто поднимал? Вот девушка поднимала, вроде красным поднимала. Лена. Работаете ли вы по рекомендации еще? Сейчас не работаю. Почему не работаете? Ну как-то, наверное, уже список мой закончился. Ну, не кажется. Отлично. Не то, что скажу даже список. Больше скажу честно, люди перестали давать контакты. Вот. Потому что есть некоторые другие компании, которые просто портят репутацию, и когда люди звонят, они просто негативно относятся и говорят, нет, я больше вам не дам. Давайте об этом все поговорим. Спасибо. Смотрите, рекомендации. Приблизительно один звонок уходит 5 минут. Бывает и меньше, и 3, бывает вообще 30 секунд. Вот представьте, если вы сделаете 10 звонков в день. 10 звонков в день. Вы потратите, пускай один час. С 10 звонков вы найдете одного-двух себе бизнес-партнеров. 1-2 консультанта. Вот вы. У вас становится 1-2 консультанта. За 1 час вашего времени. Теперь посмотрите ситуацию. То время, которое вы тратите. Мы делаем кучу действий, но у нас нету конкретики. Конкретные действия мы сделали. Мы сделали конкретные действия. Если, допустим, взять метод разброс листовок, раздача листовок, он не такой конкретный. Мы раздадим 100 листовок за час, 200 листовок, 300 листовок, возможно, 1000. Но мы не знаем, позвонят к нам, не позвонят. Мы не видим и не знаем, какой там человек позвонит. Работая по рекомендациям, вы в ходе разговора чувствуете человека. Вы уже понимаете, заинтересован человек или нет. Сложно начать. А сложно тогда, когда тебя посылают на 3 буквы. Я даже не знаю, что сказать. Первый раз такое, честно. Я просто по информации. Ну и, конечно, слезы. Вот мы сделали конкретное действие. Вопрос остается в другом, где брать этих людей для работы по рекомендациям. У вас есть Иванов, Сидоров, Петров в структуре? Есть? Супер. Позвоните Иванову, скажи: слушай, решила строить активный бизнес. Мне нужно несколько человек, твоих знакомых, для того, чтобы помочь тебе формировать команду. Напиши мне 30 людей со своего списка. Открой мобильный телефон и перепиши. Если он говорит, у меня нету, слушай, у тебя есть. Я ничего не знаю. Ты хочешь зарабатывать деньги? Ты хочешь выполнить условия? Ты хочешь вместе со мной получать различного рода подарки? Человек вам напишет этот список. Не хочет писать, пришел к вам, встретить где-то с ним. Держатель офиса, поднимите руки. Супер. А вам еще проще. Пришел ваш бизнес-партнер с заказом. Не уйдешь, пока не напишешь. Это я образно говорю. И вы берете у своих бизнес-партнеров в списке людей. Взяли одного, обзвонили, подписали кого-то. Подписали этих людей, сказали, слушай, помогите помогать формировать команду. Классная возможность, но это другая подача, это другой, о другом уже разговор. Об этом мы еще поговорим в будущем. Взяли у него списки. Видите, что делается? Формируется команда. А когда у вас начинает формироваться команда, у вас появляются здесь люди, у вас начинает формироваться команда, появляются активные бизнес-партнеры. Вы представьте, если вы каждый день делаете 10 звонков, за каталог вы сделаете, даже если отбросить выходные, пускай 150 звонков. Вы найдете 15-30 человек себе в структуру. А если вы будете делать со своими бизнес-партнерами, которые у вас 1, 2, 3, вы будете находить 50-100 человек в команду. Работая, сколько времени? 1 час в день по этому методу. Но мало того, самое главное в этом методе, вы развиваетесь. Сделав 20 звонков, 30 звонков,
вы будете на одном уровне. У вас многое будет не получаться, у вас будет, знаете, определенный комплекс того, то, что вы что-то делаете неправильно. Вам будет казаться, что люди неправильные. Но когда вы сделаете 200 звонков, вы уже будете заранее знать, какой человек вам задаст вопрос. Вы будете знать, как на этот вопрос ответить. Я могу сейчас приблизительно вам сказать текст для работы с рекомендацией. Кому интересно? Отлично, записывайте. Добрый день. Я могу услышать Ольгу. Я могу услышать Ольгу. Супер. Кто? Добрый день, я могу услышать Ольгу? Это я. Ольга, меня зовут Юрий, мы с вами лично не знакомы. Ольга, меня зовут Юрий, мы с вами лично не знакомы. Мне ваш телефончик дала одна из моих коллег. Если спрашивают, кто дал, вы можете сказать от балды. Светлана, Татьяна, фамилию не помню. Но если вам интересно, узнаю. Либо второй выход из данной ситуации. Знаете, у меня большой штат сотрудников, но если вам это очень интересно, я в течение нескольких дней выясню и вам перезвоню и отвечу на этот вопрос. Что? Что вы говорите? Нет, вы можете задавать мне вопрос, вы можете даже критиковать, если вам комфортно. Вопрос в другом, готовы ли вы выйти из той зоны комфорта, в которой вы сейчас находитесь? То, о чем говорила сегодня Оксана. Надеюсь, материал хорошо был усвоен. У меня большой штат сотрудников. Но если вы хотите, что... Так, подождите, отошел от этого. Так. У меня большой штат сотрудников. Но если вы хотите, чтобы я вам сказал то, я в течение нескольких дней узнаю и вам перезвоню и сообщу. Если вам человек сказал, что все нормально, да, я могу говорить, вы дальше продолжаете разговор. Ольга, я занимаюсь продвижением продукции компании Faberlic. У нас сейчас достаточно большой ассортимент, и я набираю штат сотрудников для развития бизнеса в вашем городе. Мне нужен серьезный человек. Проще было мобильный телефон включить и записать этот телефон. Будет запись. Да. И дальше вы продолжаете разговор о том, какие возможности предлагает компания Faberlic. Почему человеку выгодно сегодня прийти в вашу команду, почему человеку выгодно заняться данным направлением и что человек получит в результате. Если человек вам сказал «да», все замечательно, ведете дальше разговор. Сказал человек «нет», оставляете для человека открытую дверь. Что значит открытую дверь? Человеку говорите, что «Ольга, запишите мой номер телефончика, диктуйте, и если вам, либо вашим знакомым будет интересен возможность, интересная возможность дополнительного дохода, либо продукции компании Faberlic, пожалуйста, звоните». Ваша задача, повторю, оставить открытой дверь. Бывали у меня такие ситуации, когда проходит год, два, три, этих людей ты уже забыл, а человек тебе звонит и говорит: «Слушайте, Юрий, вот завтра вот иду на день рождения, меня срочно пригласили, нет подарка, может у вас что-нибудь есть. Вы когда-то ко мне звонили». Понимаете, какая ситуация? Человека уже что-то сегодня интересует, и вы человека дальше цепляете и дальше доводите. Бывают ситуации, когда человеку нужны деньги. Вот срочно, знаете, меня на самом деле бесит. Вы идете разговор с незнакомым человеком. Замечаете вещи? Вы даже уже в магазине знакомитесь по поводу разных акций. Я наблюдаю часто картину. Вот приходишь в магазин, смотришь, стоят люди, человек там что-то выбирает, стоит из этого Евроопта, там товары удачи. Стоит, смотрит, что ему взять, чтобы выиграть машину, да, квартиру. Подходит следующий человек: «Что тут хорошее есть?» «Да нифига тут нет», приходит такая: «Ну возьму шоколадку». Боже. Люди уже заведут разговор, незнакомые люди. Наташа, вот можешь встать на минутку? Вот ты у нас любишь работать с соцопросами. Расскажи, первое время было страшно? Сейчас страшно? Было страшно, когда работала в том городе, где я жила. Тогда, да, было страшно. Микрофон.
где я жила. То есть, если я видела знакомого, я быстренько прятала тетрадку, что у меня было, быстренько прятала в, или за себя, или в сумку. Когда я переехала в другой, хотя вроде бы это и мой город, Нисвиш, но я там мало бывала, жила 20 лет в Барановичах, и, в принципе, меня там больше знали в Барановичах. И когда переехала в Нисвиш, потому что девочка подписала, и ее начала развивать. И там практически я никого не знала, и мне было легко. Потому что меня никто не знает, я их не знаю, я спрашиваю, делаю то, что мне надо, и все. Спасибо. Смотрите, метод соцопроса. Метод соцопроса. Есть анкеты. Кстати, сегодня я видел, если не ошибаюсь, были анкеты соцопроса, да? Кто взял? Поднимите руки. Халява. Да ладно, шутка. Это на самом деле для работы. Для работы, чтобы вы ориентировались. У кого нет блокнота, кто пишет на соцопросника? Признавайтесь. Блокнота, у кого нету, надо завести. Вот приблизительные соцопросы. Можно указывать другие вопросики. Подход может быть абсолютно разный. Самое главное, вы должны понимать, как вы выглядите. Если вы выйдете, да, обратите внимание, если вы выходите на соцопрос, юбка вот такая, топик, да, вы вышли на соцопрос. Вторая ситуация, вышли на соцопрос, под ногтями грязь, но мне комфортно. Люди, что будут думать о нас? Вы должны выйти на соцопрос в деловом виде. Подходите к прохожему, добрый день, с улыбочкой. Компания «Фаберлик» проводит соцопрос. Ответьте на несколько вопросов. Все, задаете вопросы. Как вас зовут? Человеку вопрос. Человек говорит: Наталья. Я говорю: Наталья, очень приятно, меня зовут Юрий. Наталья, вы знакомы с компанией «Фаберлик»? Да, нет. Наталья, вы пользовались продукцией компании «Фаберлик»? Да, нет. Себе делаете пометочки. Наталья, вы бы хотели поучаствовать в акциях от компании «Фаберлик» и получить подарки? Да, нет, помечаете, что человек говорит. Наталья, подскажите, а в вашем окружении есть знакомые, которых интересует дополнительный доход? Начинаете не с человека, а с другого. Есть ли у вас знакомые в вашем окружении, которых интересует дополнительный доход? А потом она, когда говорит, да, нет, вы говорите, Наталья, а вас интересует дополнительный доход? Ваша задача – войти в контакт с человеком. И отвечая на вопросы, когда человек отвечает, вы уже из этого делаете определенный вывод. Бывают ситуации, когда вы можете провести 10 соцопросов, и у вас будет такая ситуация, что 1-2, ну, может быть, с ними можно поработать. Да? Но в конце есть вопрос. Дайте номер телефончика. У нас проходят часто розыгрыши, и счастливчики получают подарочки. Поэтому, если вы выиграете какой-то подарок, вам будет прислана смс. Вы это делаете для чего? Для того, чтобы у вас был, в всяком случае, номер телефона человека. Через какой-то период времени, если человека даже не интересует, у вас есть сегодня дополнительный доход, через какой-то период времени у человек может просто-напросто нарваться на одного из ваших бизнес-партнеров по рекомендациям. Либо когда-то вы человека можете пригласить на день открытых дверей и так далее. И вы уже в ходе этого процесса делаете определенный вывод. Бывают ситуации, когда вы можете просить 10 человек, там 1-2 может быть, а нарываете на 11-го, вы с ним заводите разговор, он говорит, да, хочу зарегистрироваться, мне так классно, и у вас сразу же подъем. Вот что бывает с вами, когда у вас находится человек на регистрации? Крылья вылетают, вырастают, да? Хочется вот делать дальше. А что происходит тогда, когда час-два поработали, тут еще мама, дай попить. Муж, жена есть. Что происходит? Апатия наступает. Мы начинаем уже сомневаться в себе, и сможем ли мы дойти к своей цели. Поэтому ваша задача, в частности, мне нравится вопрос тем, то, что уделяя всего час-два времени в день, вы тоже делаете конкретное действие, подбираете себе бизнес-партнера. В ходе разговора, когда вы задаете вопросы, вы уже чувствуете человека, и вы можете определить, подойдет вам данный человек, либо не подойдет. Интересен ли он вам, интересны ли вы ему. Вы делаете конкретное действие. Повторю, кто работает с
интернета, стала ссылка, тот, кто кричал спам. Поднимите руки. Выше, выше, не стесняйтесь. Вот сколько приходится сделать, бывает, 300 рассылок, чтобы там найти одного-два человека? Сколько? Сотни. Немного это сколько? Хорошо. Знаете, какая ситуация получается? Вот я замечаю сейчас такую в последнее время тенденцию, наверное, это у всех. Если не у всех, то если это у вас, то поднимите руки, что регистраций много, а выход? У кого такая ситуация? А почему так происходит? Наблюдая ситуацию. Это одно. Но знаете, дело на самом деле в другом. То, что ту информацию, которую мы сегодня доносим людям, то, что говорила сегодня Оксана, вспомните. Человек идет на что? На человека. На ту информацию, которую мы человеку даем. Если мы человеку дадим правильную информацию, если мы человека правильно подведем к регистрации, а не просто так зарегистрируйся, у тебя будет дисконтная карта скидки. Знакома ситуация? Вас с днем рождения поздравляем, вы можете бесплатно зарегистрироваться, сбросили данные. Человек сбросил, зарегистрировали, 30 человек зарегистрировали, заказывайте к там. Я говорю сейчас действительно о том, что вам пригодится. Делайте выводы, вы тратите время свое, если вы действуете. На самом деле очень часто впустую. Поэтому мы плавно перешли к методу интернет. Я лучше всего вам посоветую в интернете общаться с людьми. Это будет большая польза для вас и в плане регистрации, и в плане вашего развития. Что значит общаться? Вообще, кто в интернете общается с незнакомыми людьми? Заводит писание проблем разговор. Сетевики. Пугающе, да? Это, знаете, сразу же анекдот. Едут в поезде батюшка, военный и сетевик. И начали спор, кто ходит под Бога. Батюшка, я священник, я хожу под Бога. Военный, нет, я военный, я хожу под Бога. Сетевик, нет, я и есть Бог. Не верите, пойдемте, зайдем в купе. Заходит в купе, открывается купе. Господи, это опять ты, да? Вот так и с рассылкой получается. Господи, это опять ты. Либо, Господи, это опять вы. Я просто бываю, на самом деле, поражаюсь. У нас бывает на офис не ходят, там девчонки сидят, там в интернете работают. И тут так смотришь, одна говорит: о, у меня сегодня день рождения у девчонки. Она за час получила 12 поздравлений от Faberlic Oriflame и возможность дисконтной карты скидки. 12. За час. Вы представляете, это каждый день. Вот это вот канитель. А потом мы удивляемся, чего люди такие злые? Нет, вы можете работать. Но мне нравится в интернете более эффективный метод. Зайдите в интернет. Люди комментируют. Если здесь одноклассники, сколько стоит туалетная вода? Сколько стоит куртка? Сколько стоит то? Люди интересуются разными товарами. Да заведите разговор с этим человеком. Человека уже сегодня что-то конкретное интересует в интернете. Понимаете? Человека сегодня интересует в интернете туалетная вода, которую он хочет купить у консультанта Oriflame. Вы ему можете предложить Faberlic, но не сразу же. Войдите с ним в контакт, поговорите, заведите разговор. И когда он у вас спросит, а чем вы занимаетесь? Вы можете сказать: супер, знаешь... Вы в голове это думаете, да, супер, какой вопрос вас сказал, а чем я занимаюсь? Тут начинают думать: ой, я дома сижу в декрете, я работаю бухгалтером, да. Скажите прямо, я лидер компании Faberlic, я строю бизнес этой компании, недавно была там бла-бла-бла-бла, вижу перед собой классную цель, хочу попасть в Египет, общаюсь с людьми, кто зарабатывает $1000 в месяц. Понимаете? Позвольте вопрос. Да. А с чего, как правило, вы начинаете разговор с такими людьми? Ну, мне очень нравится разговор, который я в 80% случаев запускаю. Я пишу:
Светлана, добрый день. Случайно в интернете увидел, что вы интересовались туалетной водичкой консультанта Oriflame. Знаете, подскажите, какая стоимость? Ваша задача — войти в контакт. Ваша задача — просто войти с человеком в контакт. Человек вам написал там 20 рублей. Слушайте, Светлана, меня зовут Юрий. Мы можем с вами дальше продолжать общаться? Подскажите, и вы написали этот вопрос, и потом человеку пишете. Подскажите, Светлана, а вы даже ранее покупали этого человека в туалетной водичке? Он надежный, ненадежный? И ждать. А если вы будете брать там 10-20 человек в день и прорабатывать? Вот запишите сейчас этот метод, возьмите себе на вооружение, вы увидите, какой будет эффективный выход через какой-то период времени. И самое главное, консультанты, которые будут регистрироваться, они будут делать больше заказов. Больше будут делать заказов. А не так, что 30 человек, 20 делают заказ. Понимаете, о чем я говорю разговор? А что происходит с нами? Вот возьмите ситуацию. У кого структура 50, 70, 100 человек? Поднимите руки. Что происходит с нами, когда у нас большая структура, а заказы делают там 10-20%? Абсолютно верно. Мы начинаем теряться. У нас начинает происходить апатия. Мы начинаем думать, слушай, а до уровня директора мне что, надо 2000 человек? Вот об этом я и то, что я сказал. Мы берем компанию из моря. Либо компания, либо мы. Кто быстрее? С этим методом все понятно. Я не говорю сегодня очень много. Я хочу сегодня просто показать вам результат, что на сегодняшний день очень важно делать конкретные действия, которые будут давать вам более эффективный результат. И, соответственно, у вас будет выход, вы будете по-другому развиваться. Но обязательно я хочу обратить внимание, это работа со структурой. Потому что многие люди на самом деле забывают про такое слово, что есть структура. Либо спихивают на своего спонсора, либо считают, что спонсор обязан. Кто считает, что спонсор обязан? Вопрос в другом, что мы обязаны спонсору дать? Знаете, на самом деле, вы должны уже спонсору сказать сегодня спасибо, то, что он дал вам возможность быть в этом бизнесе. Так, стоп, что это такое? На самом деле, это так. Давайте вы сейчас своим спонсорам поаплодируете здесь в зале. Итак, работа со структурой. Хотя нет, об этом поговорим позже. Хорошо? С этой табличкой все понятно? Да. Давайте разберем. Вы перед собой ставите план. Расписываются методы, которые вы используете. Моя рекомендация — не использовать 3, 5, 10 методов. Можете 3 использовать, но это максимум. Не пишите перед собой там 20 методов. Я работаю по всем. 3-2 метода, которые вы работаете. Ведь ваша задача — эти методы вывести на определенный уровень, чтобы у вас все получалось, чтобы вам было все понятно. Пишите перед собой план, который вы планируете сделать по истечению текущего каталога. Пишите количество новых консультантов, которые у вас должны быть в структуре. Если вы работаете с людьми с разных регионов, вы должны с этими новыми консультантами общаться по телефону, вайберу, скайпу и так далее. Вы пишете, сколько разговоров у вас будет по телефону, сколько у вас будет встреч в вашем городе. Вы это все себе пишете. Безусловно, вы пишете. И ваша главная задача, на что я хочу сделать акцент, Оксана говорила про 50 баллов, но очень важно, чтобы вы вышли на уровень 100 баллов. VIP-программа. Все знают, почему важно делать 100 баллов? Знаете, важно делать 100 баллов не потому, что там подарки, каталоги. А важно совершенно в другом. Важно в том, чтобы показывать своим бизнес-партнерам, что 20, 30, 50, 100 баллов делать можно, нужно, и это легко. Если вы сделаете раз, два, три раза по 100 баллов, это потом будет проходить очень легко. А представьте, если у вас будет 30 человек, то делать по 100 баллов. Фантастика, да? Сказка. Но у нас бывают ситуации, когда находятся новые консультанты и делают 200-300 баллов. В первый же свой каталог. Поднимите руки, у кого бывали такие консультанты, кто зарегистрировался и сделал в каталог 200-300 баллов. 450-600 баллов. Фантастика.
Но такое бывает. И бывает ситуация очень часто, когда делают и 100 баллов, без всяких проблем. И каждый день вы пишете то количество действий, которое вы сделали. Это очень важно, чтобы вы могли выйти на свой план. Каждый день записывается, и к концу каталога вы переставите цифру итого. И если вы запланировали соцопрос 200 человек, а в России 50, о каком результате говорите? Если опросили 200 человек, 300 человек, проанализируйте, как все проходило, какой выход, какой результат, что делали правильно, что делали неправильно. Вы должны учиться, вы должны развиваться. Сделали другой метод, то же самое сделайте. Понятно с этим? Знаете, на самом деле такой метод вот классный, да? Повторю, рекомендации. На него я хочу, чтобы делали огромный акцент. Итак, сегодня мы поговорили, как, где и сколько времени уделять поиску бизнес-партнеров. Я не буду брать другие направления, но это то, что вам сегодня уже пригодится. Также я хочу, чтобы вы обратили внимание, что ваши действия должны быть конкретными. Это очень важный момент. Конкретные действия, которые вы сегодня делаете в бизнесе, они дают самый эффективный результат. Звонки, встречи, которые вы проводите. Мало людей проводят звонки со своими бизнес-партнерами. Когда бывает, находишься на офисе, приходят к тебе за заказами новые консультанты, когда спрашиваешь, а ваш спонсор вам объяснял там стартовую программу, акции и так далее. Очень часто слышишь, что мне спонсор даже не звонил, зарегистрировал и все. И я хочу здесь на самом деле сегодня сделать определенные вам дрентюлей. Зарегистрировали человека, позвоните к нему. Зачем это растратить? Согласен, время. То, что когда вот мы человека зарегистрировали, да, смотрите, как большинство людей, зарегистрировали 2, 3, 5 человек, они звонят. Так вы позвоните, расскажите ему возможности. Пообщайтесь с ним. Добавьте его в разные чаты, информируйте человека. Человек должен быть в постоянном тренде, он должен получать от вас определенную информацию, должен получать поддержку. Если он владеет информацией, он, соответственно, может находиться в самом процессе. И, безусловно, регулярные действия, которые вы должны делать постоянно. Сегодня тоже Оксана вела разговор о том, что ваши действия должны быть регулярны. Каждый день вы делаете свои действия. И если ваши действия основаны на поиске бизнес-партнеров по одному, двум, трем методам, развивайте их, сделайте так, чтобы они давали самый высокий результат. Ну и, безусловно, очень важный момент. Вот с этим сталкивается, наверное, большинство людей. Вот не знают, как сопровождать нового консультанта и бизнес-партнера. Да, после регистрации. У кого такая проблема, что вы не знаете, что делать дальше с новым консультантом? Поднимите руку. Да не стесняйтесь, правда. Я уже говорил, что я сегодня с вами работаю. Поэтому главная задача, чтобы вы сегодня ушли с каким-то определенным пониманием ваших действий. Моя с вами встреча не будет такой эмоциональной, как у Оксаны, да? Вас настраивать, мотивировать и так далее. У нас с вами другая встреча, чтобы вы могли понимать. Итак, зарегистрировался новый консультант. Что мы делаем с этим бизнес-партнером? Звоним. Что говорим? Поздравляем. С чем? С регистрацией. Дальше что мы с ним делаем? Поздравим. Объясняем возможности. Какие возможности? Скидки, акции, что еще? Получил я смс-ки? А как оформить заказ? Как зайти в кабинет? Как активироваться? Как оформить заказ? Представляете, позвонили человеку, новичку, и сразу же, так, тебе надо зайти в кабинет так-то, так-то, оформить заказ так-то, так. Не, я шучу, конечно. Что еще мы говорим? Выгоды. Какие, что еще говорим? А теперь давайте это все соединим воедино. Ваша главная задача, когда вы звоните к человеку, сделать так, чтобы вы его не завалили информацией. Я просто был свидетелем, я слышал, как некоторые звонят. Они пытаются донести всю информацию, что знают.
все, что знают. Так, поздравляю вас с регистрацией. Так, для того, чтобы вам, да, зайти на сайт, зарегистрироваться, активироваться, посмотреть видео, там то-то, то-то, понимаете? Посмотреть в каталоге, у вас такие возможности, у вас такая акция, у вас такие новинки, нам так нравится, а мне вот нравится вот это, а вы раньше пользовались, я уже устал. Ваша задача в ходе разговора не завалить информацию, понимаете это, пожалуйста. Потому что, я повторю, я был свидетелем человека в моей структуре, девушки, как она разбила разговор. Она больше 10 минут рассказывала, я говорю, хватит. Я еще не все сказал. Я хватит. Потом, конечно, никто не сказал, так, давайте это с вами через 2 дня созвонимся, поговорим еще. Вы пока посмотрите онлайн-каталог. Через 2 дня звоните, человек трубку не берет. Поэтому ваша задача, когда вы созваниваетесь с человеком, поздравить человека с регистрацией и сказать, что Светлана, у вас после регистрации появляется ряд возможностей. Первая из них – это возможность покупать все товары компании по скидке от 20%. Возможность, если у вас будет желание, заниматься реализацией товаров по каталогу. Ну, об этом рассказывайте. Сегодня все везде продают. Посмотрите ситуацию, какая тенденция. В интернете куча товаров продается в интернет-магазине. Да? Сегодня пройдите по городу, открывается большое количество точек, где люди по каталогам заказывают мебель, сантехнику, одежду. По каталогам мы уже заказываем саженцы. Замечаете ситуацию? И вы человеку об этом тоже скажите, что вы можете заниматься продажей, можете показать каталог своим знакомым. И человеку говорите о возможности построения бизнеса. Но вы не рассказываете, что так вам надо подписать человека, он подписывает людей. Об этом не говорите. Просто запустите червячка, что есть возможность в рамках компании построить бизнес. Но для начала давайте вас знакомить с каталогом. Вам как удобно? Посмотреть онлайн-каталог, либо вам выслать письменный носитель. И вы же решаете, что человеку нужно. И ваша задача в ходе разговора сказать, так, Светлана, давайте вы посмотрите каталог, через несколько дней я к вам перезвоню и отвечу на все ваши вопросы, которые у вас появятся по ознакомлению. Подскажите, пожалуйста, кто использует различные рода чаты, да, в разных мессенджерах? Кто использует социальные сети? Вот очень важно, чтобы вы понимали, что вы должны из новых консультантов добавлять разные чаты в разных мессенджерах, чтобы люди были всегда осведомлены. Бывает такая ситуация, когда у вас может быть даже такая ситуация, на это обратите внимание, когда еще человек не зарегистрирован у вас в компании, да, в вашей структуре, он заинтересовался вашим предложением. Ваша задача взять у человека телефон лучше всего и с человеком созвониться, пообщаться. Когда вы общаетесь, вы человека спрашиваете, вы есть там в разных мессенджерах, Telegram, Viber и так далее. И вы добавляете человека в этот мессенджер, в какой-то чат, где вы просто размещаете разную информацию. Добавляете человека к себе в социальную, к себе на социальных сетях, на страничку, как друга. Добавляете друзья. Даже если он у вас еще не зарегистрирован. Если зарегистрируется, он у вас уже зарегистрирован. Не зарегистрирован, пускай там и будет. Он может вам завтра сказать, что меня это не интересует, но пускай он там будет. Он уже проявил интерес к вашему предложению, и он уже готов. Только его нужно дальше доработать. И вы регулярно в этих чатах, на своих страничках выкладываете разную информацию. Чтобы ваши странички, ваши чаты жили, чтобы люди были осведомлены акциями, какими-то предложениями, каким-то ростом, какими-то достижениями. Очень важно, чтобы в ваших чатах постоянно были отзывы о продукте. Кто выкладывает отзывы о продукте? Регулярно это выкладываете. Кто делает разные розыгрыши? Делайте розыгрыши. Давайте поговорим сегодня о сопровождении новых консультантов. И о сопровождении, хотя не будем сегодня говорить, это достаточно обширная тема, она будет еще впереди, там будет очень много даваться информации, это будут и наши встречи в вебинарной комнате, и на таких вот встречах, но это все еще впереди, мы не будем так чисто кусочком цеплять, об этом поговорим дальше. Самое главное во всем этом, как вы думаете, что?
Как вы думаете, что самое главное во всем вашем планировании? Абсолютно верно. Самое главное – это действие и анализ. Вы должны регулярно действовать, повторю, регулярно. Знаете, что-то мне жарко в пиджаке, никому не жарко. Всем жарко? А нету здесь как-то сильно? Важно планирование, которое вы перед собой планируете, соблюдать, делать действия и в конце анализировать, чтобы к концу, да, вот именно вашего периода, вы могли сделать глубокий анализ, что у вас лучше всего работает. Просто бывает ситуация, когда человек распыляется на большое количество действий, и он не знает, что у него конкретно сработало. Но когда вы анализируете ваш план по итогам месяца, вы видите, что у вас были сделаны действия, допустим, рекомендации, там 200 звонков, у вас такой-то выход, там 20 регистраций. Смотрите, работа в интернете, проработали там столько-то, сделали действий, выход там 15 регистраций. Проанализировали, на какое время, на какой минуту ушло больше времени, на какой меньше ушло времени. Посмотрели, насколько вы выросли в этом методе, насколько вы стали сильнее. Кстати, вы знаете, очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда с человеком планируешь, он начинает сомневаться в своих силах. Смогу ли я это сделать? Вот вы сегодня находитесь в этом зале и слышали о том, что надо поставить цель. Вы поставили цель стать директором и попасть в компанию в Египет. А поднимите руки честно, кто сомневается. Давайте немножечко вас расшевелим. Вот давайте сейчас встанем. Все встаньте. Вот вы сомневаетесь. Если честно, я тоже сомневаюсь, что все вы попадете в Египет. Честно, я не верю, что все мы попадем в Египет. Но мне очень хочется, чтобы мы туда все попали. Вот тот, кто сомневается. У кого есть часы, Таша? Можете включить таймер? Нет, на телефоне. У кого есть телефон, включите таймер. Вот давайте я сейчас задам вопрос, вы скажите... Сейчас я скажу, когда включать. Сколько вы можете раз прыгнуть за минуту? 60 раз. Вот сколько раз? 20. Сколько? 150. Сколько можете? Сколько вы можете? Нет, просто сейчас попрыгнуть. Вы сколько? 60. Итак, на раз-два начинаем прыгать. Включаем. Прыгаем и считаем. Прыгаем, прыгаем. Стойте. Сколько раз прыгнули? Сколько? Сколько раз прыгнули? 43. Вы прыгали 13 секунд. Вы прыгали 13. Добавят тех, кто включится в поездку на Египет. То всех добавят. Если вас не добавили в чат, и вы не решили включиться в поездку на Египет, в эти условия, составьте бизнес-план и сбросьте своему спонсору. Друзья, у нас 450 заявок было в пятницу, мы добавили, по-моему, 270 человек, но в ближайший понедельник мы добавим всех, не волнуйтесь, и всех, кто еще у нас анкету разместит на Гугле. А можно вопрос? Всех, кто разместил анкету, все будут в чате Телеграм. Вот смотрите, моя рекомендация, чтобы вас это мотивировало, чтобы вы могли общаться в чате, делиться полезными знаниями, навыками и, самое главное, приобретать опыт. Составьте план, свой план на время участия в акции, до конца текущего года. И свой план сбросьте в Телеграме и напишите: «Это мой план, я лечу в Египет». Сбросьте этот план, покажите, что вы действительно настроены. Начинается новый период, это моя рекомендация, чтобы вы брали на себя ответственность.
чтобы вы понимали, если вы действительно хотите это все. Начинается новый период, заполнили вот этот план, сбросьте в Телеграм, напишите ваши планы, просто элементарно, сбросьте своему спонсору. Покажите ваш настрой, покажите, что вы действительно хотите стать директором, что вы хотите полететь с компанией в Египет. Поверьте, там круто. Я в Египте был уже 8 раз. И я знаю, как там круто. Мы буквально вот 3 месяца назад оттуда вернулись с семьей, и наш маленький ребеночек, который дочь 1,5 года еще не полный, даже не хотел оттуда улетать. Это действительно круто. Итак, составили план, приступаем к действиям с первого дня, не откладываем на потом. Это очень важный момент. Бывает очень часто, когда мы составляем план, начиная действовать новый каталог, и мы начинаем, еще времени достаточно, еще успею сделать. Проходит неделя, мало времени, 2 недели остается, не успею. И мы каталог пускаем на самотек. Поэтому обязательно включаемся с первого дня действия каталога. Второе. План у вас должен быть на видном месте. Написали план, повесили возле компьютера, повесили на холодильник, повесили в других видных местах, где вы часто бываете. Заметьте слово «холодильник» сказал. Там мы бываем очень часто. Далее. Каждый день анализируем ваши действия. Если, друзья, вы составили план, и у вас что-то в плане не получается, ваша задача найти в себе силы, найти в себе аргументы для себя и сделать этот ваш план. Сделали план, проанализировали ситуацию, если видите, что вам тяжело, он сложный для вас. Либо вы видите, что вы справились с ним с легкостью, либо его сделайте меньше, либо сделайте больше. Но ни в коем случае не бросайте, потому что у большинства людей очень часто бывает ситуация, когда человек составляет бизнес-план, он его не выполняет, и он потом считает, что это все фигня. Что буду делать так, как я считаю это правильно. Обязательно выполняйте. И обязательно не сдавайтесь и не теряйте времени. Сегодня очень много информации ходит о потере времени. Сегодня вы можете видеть кучу информации в интернете, различного рода ролики. Очень много спикеров говорят, что время такая вещь, которую не вернуть. Безусловно, это так. И знаете, я вот сегодня стоя на этой сцене, я могу сказать, что я тоже жалею об упущенном времени. Об упущенном времени с той стороны то, что был период времени, когда я не очень активно строил бизнес. Это упущенное время. И я об этом этапе тоже сожалею. Хотя я понимаю, что за этот период времени появилось более важное в моей жизни. Но, безусловно, потраченное время, оно самое-самое-самое ужасное. Вот оглянитесь назад, посмотрите. Я же сегодня говорил, что когда-то мы мечтали в 16-17 лет, что в 25-30 у меня будет квартира, машина, я буду путешествовать, я буду помогать родителям. Я буду покупать то, что хотят мои дети. Знаете, очень ужасная картина, правда, когда приходишь в магазин, либо на рынок, ребенок, мама, купи клубники, мама, купи там фруктиков, там сока, мама, купи конфету, и мама ребенка резко нас дома есть. Мама, дома нету, дома есть. Вот честно, ребенок готов чуть ли не падать. А почему так происходит? Потому что большинство родителей нет денег. Знаете, я путешествую по теплым странам, очень часто общаешься, я-то не общаюсь, но ребенок с женой общается с французами, общается с англичанами, с немцами. Кстати, поднимите руку, кто знает там, второй там, иностранный язык, там, английский, немецкий, французский. Ну, белорусский не считается. Знаете, а мне вот очень стыдно, что я не знаю язык, потому что когда ты путешествуешь, иностранцы знают по 2, по 3, по 4 языка, и вот не о чем поговорить. Просто действительно. Google, да. Переведи. Телефон включили, переводчик. На самом деле многие так и пользуются, но настолько это же некомфортно, это же неприятно. Но я хочу опять же говорить о том, что вы сегодня имеете время.
Вы сегодня перед собой поставили планку, это ваша цель. Вы должны добиться этой цели. Перед вами будут разные преграды. Но вы это можете сделать. Я знаю, что вы это сделаете. Знаете, очень обидно, когда... Вот я вспоминаю ситуацию, когда вылетаешь отдыхать на какой-то там курорт в компании Faberlic, и когда твои директора... Вот им не хватило чуть-чуть. Вот представляете, третья компания будет, вы не откроете директора, а четвертая откроете. Обидно будет не попасть в Египет? Обидно. А знаете, очень часто такая бывает ситуация, когда вот человек, вот остается шаг для того, чтобы выполнить условия, он их не выполняет, а потом он сидит и говорит, какой же я дурак, либо дурочка, что я не включила сразу, я упустила там какой-то период времени. Это очень часто бывает. Очень часто это бывает. Проанализируйте ситуацию, которая происходит сегодня в вашем бизнесе, в ваших действиях, и вы увидите, что еще не пахнет семена того, над чем нужно работать. Замечательный слайд. Никогда не сдавайся, и ты увидишь, как сдаются другие. Кто готов не сдаваться? Все готовы не сдаваться? Отлично. Я верю, что мы с вами это сделаем. Ну и, безусловно, замечательный слайд. Время летит. Это плохая новость. Но хорошая новость, что вы пилоты своего времени. Вы можете управлять своим временем. Вы можете управлять своими эмоциями. И сегодня очень важно, чтобы вы вернулись домой, как я уже сказал, совершенно другими людьми. Важно, чтобы на вашем пути были только четкие планы, здравый смысл и куча положительных эмоций. Чтобы вы действительно это могли нести в массы, чтобы это давало большой результат. Но и знаете, в конце своего выступления я хочу рассказать одну притчу. Шел человек по городу и увидел большими буквами на магазине написано «Здесь продается все». Он зашел в магазин и спросил, «Я могу купить здоровье, богатство, успех? Я могу купить счастье?» На что ему ответили? Что мы не продаем плоды, мы продаем семена. Вот сегодня, друзья, вы получили семена. Семена здоровья, богатства, успеха. И сегодня зависит от вас, начнете вы эти семена использовать, либо вы просто оставите где-то на полочке, забудете обо всем этом. И все на сегодняшний день зависит от вас. Приняли решение? Добейтесь успеха. Давайте сейчас еще раз поаплодируем себе за то, что вы сегодня решили за такой отважный шаг. Давайте встанем. Поаплодируем всем еще раз, скажем друг другу о том, что вы станете директорами, что вы полетите с компанией «Никита». Ведь вы достойны большего. Вы достойны большего? Тогда закончим нашу встречу. Да! А сейчас я хочу пригласить на эту сцену замечательного спикера, которого вы уже сегодня слышали. Это Оксана Богданович. Вашими теплыми овациями. Оксана. Да, я думаю, что у нас сегодня прошел замечательный день. Ну, я думаю, давайте еще раз поблагодарим за планирование Юрия. Он замечательно рассказал вам все по шагам. Но мне хочется вам сказать, что у меня в Египет уже билет есть. И я всех запомнила, кто был в этом зале. Поэтому потом на самолете, в Боинге, да, я пересчитаю. Я посмотрю, кого из вас не будет. Поэтому я хочу всех вас еще раз пригласить в эту замечательную страну. И хочу сказать, что ваши наставники подарят вам не просто путешествие в Египет. Ваши наставники подарят вам всю оставшуюся счастливую измененную жизнь. Поэтому используйте этот шанс, который есть у вас сегодня. И сейчас я попрошу встать тех очень важных людей в вашей жизни. Директоров, которые поставили перед собой цель стать драгоценными директорами и привезли сюда команды, которые... Для своих людей и готовы двигаться дальше, чтобы достичь цели.
ресторане, кто решил поехать с компанией «Фаворит Египет», кто решил стать лидером и фаворитом. Друзья, эти аплодисменты вам. Вы достойны большего. Вы готовы получить больше? Да! Ну а сейчас, наверное, замечательно. Ну что, довольны и счастливы. Мы сегодня едем домой. Обучение было просто кайфовое, классное. Настроение супер. Погода нам сегодня какая вообще. Вот, а сейчас мы решили обсудить все моменты. Мы идем в кафе пить кофе и строить планы на наше будущее, как мы поедем в Египет. Да? Конечно. Получили море позитива, много энергии, заряд, очень-очень большой заряд для достижения своих целей, для постановки своих целей. Я думаю, что у нас все получится, ведь мы команда. Конечно, у нас все получится, правда? Конечно, все получится. Все мотивировались на успех. Вот так вот. Все круто.